Анастасия, у вас был момент, вот, когда мы говорим «отвергни себя», ну, вот, который, может быть, он, кстати, не всегда резко происходит, кстати говоря, он и часто плавно происходит. И тоже был большой путь к тому, как Господь призвал, 10 лет в храм ходил. А у вас вот этот момент был «отвергни себя», вот переход да, в церковь? Да, был, был. Также, наверное, когда в жизни появился человек, с которым захотелось иметь семью, и когда уже ты молился о том, чтобы у тебя были дети, и, наверное, когда тебе хочется уже покоя, какой-то веры, тепла, ты приходишь в храм, прекрасные батюшки, прекрасные, где ты можешь исповедоваться, как... После чего ты понимаешь, что ты не можешь жить иначе. Это уже как «Отче наш», ты должен прийти, исповедаться, потому что тебе будет после этого очень легко и хорошо. Я понимаю, что как бы моя дальнейшая жизнь уже невозможна без храма, жизнь моих детей невозможна без храма.